В связи с ростом производства и вводом дополнительных мощностей, торгово-производственная компания «Сибтара» объявила набор новых сотрудников. Компания «Сибтара» – один из лидеров по производству бугорчатой тары. На сегодняшний день занимает в России второе место и является одним из крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в Сибири. Предприятие постоянно развивается, наращивает объемы, строит здания и цеха, закупает новое автоматизированное оборудование, которое, кстати, облегчает жизнь сотрудникам. Пришел 4 года назад по рекомендации. После первого месяца стал бригадиром. Работа не сильно сложная, спина не болит, все линии автоматизированы. Удобно? Удобно, очень удобно. Добираться легко, транспорт ходит постоянно. Так, на предприятии приобретена 6-я по счету линия по производству бугорчатой тары, всем нам известного контейнера под яйцо. Уже запущена фальцевально-склеивающая машина по производству гофроупаковки сложной конфигурации. А значит, компания «Сибтара» нуждается в дополнительных сотрудниках. Мы в поисках представителей рабочих специальностей. Оператор линии, укладчик, упаковщик, слесарь, ремонтник и грузчик. Алексей Анатольевич, а какие требования в вашей компании к соискателям? Требования у нас — внимательность, быстрая обучаемость и, самое главное, ответственность. Также мы открыты для кандидатов без опыта работы. Всему научим во время оплачиваемой стажировки. Так что, если вы ищете работу, обращайтесь к нам.